Оп. Шаг под шаг, шаг. И отсюда во второй под шаг я не делаю, а сразу наношу удар, удар. One, two. Три фишки против левши. One, two, three. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, Spirit of a Warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держит под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании, и не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок и реалити-шоу на пролом. Всем привет, друзья! Сегодня в программе «Три фишки против левши». Как тайский тренер будет работать, когда против него будет левша. А сейчас разберем и посмотрим, как это выглядит. Окей, есть. One, two, bam. Second. One, two, three, bam. Okay? Yes. One, two, three, bam. Ano? One, two, three, bam. Oh. First one. Huh? Same, number three, no? Four, one, two. Okay? Yes. So, one, two. Okay? Okay. One more. Four, one. Okay. А сейчас, друзья, работа с другой стороны. Первая, вторая, третья фишки. Это такой Сэйн Чай стайл. А сейчас, друзья, мы сделаем пошагово все три фишки против левши, которые я буду выполнять и буду вам рассказывать. Дорогой зритель, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Тем самым ты поддержишь канал, на котором уникальный и полезный контент на бесплатной основе. Спасибо. Когда он бьет мне джеб, я ухожу, получается, по диагонали, но ногу ставлю на носочек. Раз. Под шаг, когда руку забираю, то есть получается раз носочек, под шаг, когда руку забираю, два, под шаг, и отсюда наношу удар, удар. Получается шаг, шаг, удар. То есть мне нужно всегда делать, как бы забегать за него. Еще раз медленно. Раз, под шаг, раз, под шаг, удар, удар. Шаг, шаг, удар, удар. Шаг, под шаг, удар. Вам нужно всегда забегать за него, и здесь нужно понять очень важную тему. Это когда вы делаете шаг, рука выходит, и под шаг, когда рука возвращается, чтобы это было синхронно. Тогда это будет у вас легко получаться. Если вы обращали внимание, Сенчай так очень часто делает. Окей, one more, please. Раз, два. Бам, бам. Шаг, шаг, бам. Теперь с этой стороны, как это выглядит? Шаг, под шаг, шаг. И отсюда во второй под шаг я не делаю, а сразу наношу удар, удар. Шаг, под шаг, шаг. Удар, удар. Шаг, под шаг, шаг. Бам, бам. Сейчас второе, это мы делаем уклон отсюда. Мы сильно не сгибаемся, то есть тренер мне объяснял, что нужно ногу выпрямлять, чуть-чуть наклонились и отсюда делаем первый шаг с левым апперкотом. Раз, под шаг, два, и отсюда забираем руку, наносим удар, три. Медленно еще раз. Раз, два, шаг, удар, перезарядили, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, с подшагом. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Значит, наклонились отсюда, но ногу выровняли. И отсюда мы толкаемся по диагонали с апперкотом. Шаг, под шаг, удар, кик. One more. Раз, два, под шаг, удар,
Третья работа следующим образом. Нам нужно не засать, пойти на его джеб. То есть я ухожу по диагонали. Да. И накладываю ему руку, получается, на вот эту часть. Not elbow. Bon. То есть не на локоть, а вот сюда, чуть-чуть ниже локтя. Slowly. Сейчас мы делаем медленно. Получается, я накладываю. То есть его руку я пускаю прямо. Да. Ухожу сюда в сторону. И одновременно накладываю ему руку вот сюда, на голову. Свожу две руки и отсюда натягиваю на себя. Раз, шаг, два. Иду на удар. Раз, шаг, два. Захожу. Раз. Я его должен зафиксировать хорошо. То есть я должен создать как бы вот такую рамку здесь. Раз. Удар, шаг, два. Здесь вы можете, когда вы прихватили, вы ударили, вы можете сделать как бы такой перешаг, удар. Если вы умеете. Если не умеете, значит, прихватили, удар, ногу поставили и еще один удар. Но лучше, конечно, делать с зашагиванием левой ноги. То есть, slowly, я сделал раз, удар. Если я делаю зашагивание, да, если я делаю зашагивание, мне отсюда легко его скрутить, чтобы бросить, например, и так далее. То есть я захожу ногой с этим зашагиванием, ему больше за спину, и у меня остается больше места для маневра. Раз, удар, зашагнул, и отсюда могу его бросить, к примеру. Раз, пам. Друзья, вот такие три фишечки из сердца тайского бокса для вас. Пробуйте, практикуйте и не забывайте написать ваши отзывы в комментариях. Ну а также не забывайте, если вам интересны курсы обучения от этого тренера, где 7,5 часов материала, где он все четко рассказывает, ссылка в описании на этот курс. А также, друзья, не забывайте, что для продуктивных тренировок вам понадобятся тайские травки для спортсменов, тайские спортивные бальзамы, электролиты, ну а также для профессионалов капельницы для спортсменов. Друзья, ссылки в описании, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч.